разложился, закинул три удочки, две на кукурузу и одна на перловку. Вот вроде на перловку что-то поклевывать стало. До этого вообще ничего не клевало. Время 6 утра. Озеро, красота, туман. Солнце только вон встает. Ну и холодновато. Ну это что-то прям за гранью добра и зла. Прям маленькие пошли. Уже второго отпускаю.
нормальный карасик. Только что на удочку на свою поймал чью-то кормушку фидерную. Похоже, ее недавно потеряли. Блин, перепутала все. Сейчас ножницами буду отрезать ее. За крючок зацепилась, загрузила, все перепутала.